Я Татьяна, я снимаю для You Cook видео. Мы будем готовить овощной суп с зеленым горошком. Нам понадобятся овощи, морковка, лук, картошка, помидоры и, конечно же, зеленый горошек. Нарезаем картофель. Трем морковку или ее нарезаем. Нарезаем лук. Добавляем лук, морковку, картофель и оставляем вариться. Добавляем помидоры, добавляем зеленый горошек. Наш суп готов.